В воскресенье свой профессиональный праздник отметят белорусские железнодорожники. Сегодня у стен Лидского замка в формате Open Air прошло мероприятие, приуроченное этой дате. Зеленый семафор вас зовет на праздник. Лучшим работникам железнодорожной отрасли Лидчины председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш вручила почетные грамоты и благодарственные письма. Уважаемые железнодорожники, мне сегодня очень приятно по поручению руководства района поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Сказать вам, насколько важна ваша профессия, насколько нужна всем нам, личанам, экономике Лидского района, ваша работа. Сегодня у нас представлены 4 крупные организации железнодорожного направления. Каждая из них по-своему важна, нужна. И важно то, что здесь люди работают, наверное, которые понимают уровень высокой ответственности, ответственности за свою работу, ответственности перед людьми, потому что вы перевозите людей, пассажиров, ответственности перед своими партнерами, те, кто доверяет вам свои грузы и надеются, что они вовремя будут доставлены адресатам.